В рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы в Самаре в целях обеспечения выполнения мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения «Дорожные ловушки». Нередко дети, катаясь на самокатах или велосипедах во дворе или перебегая дорогу, попадают в аварии. Такие случаи произошли во дворе дома номер 7 по улице Краснодонской. С начала года на данном участке произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 ребенка и 1 погиб. К сожалению, дети все были виновниками и переходили проезжую часть в неустановленных местах. Возраст детей 4, 6 и 10 лет. Вера Леванькова ежедневно гуляет с внуком на детской площадке во дворе этого дома. Как произошел тот роковой несчастный случай, видела. Говорит, дети часто бегают с одной площадки на другую и, заигрываясь, не понимают, что оказались на проезжей части. Чтобы подобные происшествия не случались, родителям нужно не терять бдительности во время прогулок с детьми и не оставлять их одних во дворе. 5 человек прибежали, детей маленьких, в пределах 8 и меньше лет. Все гуляли, бегали, прыгали. Потом они куда-то побежали, убежали, а потом случилось ЧП. Приехала милиция, приехала скорая. Сотрудники госавтоинспекции Самары провели с родителями и детьми профилактический рейд и в очередной раз напомнили, чтобы избежать аварий во дворах, необходимо рассказывать детям, как нужно вести себя на прогулке. В том числе контролировать катание ребят на самокатах, велосипедах и не подпускать близко к проезжей части. На дорогах Самары для безопасного вождения создают все условия. В рамках реализации мероприятий, направленных на улучшение качества городской среды, создают островки безопасности. На пешеходных переходах устанавливают светофоры и другие элементы освещения, размещают искусственные неровности на проезжей части, вводят ограничение скорости движения транспорта. Когда я вижу ребенка, я всегда предварительно там метров за 5, за 7 как бы это притормаживать уже начинаю, опасаясь, потому что ну, дети, они как бы не особо соображают. Они могут выскочить и не на зебру, то есть они могут просто там пробежать где-то так. Ну как-то так вот, за мячом могут выбежать дети. Ну, соответственно, как бы стараемся заранее притормаживать. По статистике, регулярные профилактические мероприятия способны снизить число ДТП с участием детей и сформировать у ребят культуру поведения на дорогах.